Так, Харьков, 18 сентября, 17 год, ну очевидно, да, специально крюк сделан. 15 часов 11 минут, 35 градусов по Цельсию. Нормально? Сентябрь месяц. Это просто какой-то караул. Минимальная температура в этот день была в каком-то 50-каком-то затертом году. И было минус 3,5. А сейчас 35 плюс. Это просто какой-то, я не знаю, что это такое. Сахара. 50-я параллель северной широты Харькова расположена. Просто, я не знаю, так это уже 3 часа, как бы не самая жара, не самый-самый полный. Ну, в общем, температурный рекорд очевидный. Самая высокая температура была в 1994, 29 градусов. А сейчас вот тебе, пожалуйста.